Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Нараянам намаскритям, намаскритям, нарам чайва нароттамам, девим сарасвати вьясам, тато джая мудираед, наштапраешва бадришу, нитям бхагавата севая. Бхагаватюттама шлоки, бхактир бхавати найштики, Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня 23 января 529 года эры Гаурабда. Хари! Да, у вайшнавов идет, у Гауди вайшнав свой календарь есть. И у нас по этому календарю прошло ни много ни мало 529 лет. Скоро в марте будет 530 уже. Новый год традиционно в России когда отмечался? 1 сентября. Когда его поменяли? Петр поменял. Строил на западный манер. Не совсем доподлинно неизвестно, почему именно 1 января Новый год приходится. Там несколько версий. Но традиционно почему Новый год был 1 сентября? Урожай. Урожай. Ведическая традиция утверждает, что Новый год вообще начинается с ноября на декабрь. Но надо учесть, какой сезон там. Там как раз заканчивается сезон дождей. И начинается как раз посадка всех там культур и так далее. Это, ну, обновление природы начинается. И на нашей территории тоже до христианских времен отмечали Новый год весной, когда все природа, но новый цикл начинался годовой, обновление. Он и есть Новый год, потому что он новый, заново, после зимы все начинает возрождаться. Ну, у нас скоро будет этот праздник, Гаура Пурнима. Он здесь будет отмечаться. Да? А это выпадает на субботу? Не в курсе? Там в конце 24-го, по-моему, да? Что такое? Я сейчас не помню. Хорошо. У нас сегодня не читание Чаритамрита. И даже не Шримад Бхагаватам. Все гораздо тривиальней, на первый взгляд. Это та самая Бхагавад-гита, как она есть, которую уже, по милости наших доброжелателей и духовных, и партнеров из других религий, эта книга стала известна более широко публике, когда ее решили судить. Подали в суд на Бхагавад-гиту, сказали, что эта книга оскорбляет людей. И так многие об этом узнали, что есть такая книга, оказывается, она оскорбляет людей. И, да, интересно, что же там такого, что нас оскорбляет. По милости этих людей, хорошая реклама, да. Да, бесплатная.
И сегодня решили поговорить на тему, а зачем вообще нам какая-то духовная жизнь, какая-то духовная практика? Ну что, нам же живется нормально, спокойно. Выйти на улицу, сейчас спросить у первого встречного, 10 человек опрос сделать. Сказать, если вот сейчас из вашей жизни уберем те проблемы, которые у вас есть, вот все проблемы, которые у вас в жизни есть, если их сейчас все убрать, чем вы будете заниматься? Тем же самым, нарабатыванием новых проблем. Потому что, а какие проблемы у людей? Ну, самое главное, ну, сейчас, после здоровья, там, которые во время всяких дней рождений там, или свадеб всегда желают, главное – это здоровье, все остальное. Да, давайте разрушим его. Вот. Желают здоровья. И все остальное, здоровье не купишь, все остальное можно купить. Но много чего нельзя купить, кроме здоровья. Да и здоровье-то особо. В принципе, здоровье тоже можно купить, если захотеть. Но, правда, деньги не те, которые люди привыкли платить. А вот этими билеты банка какой-нибудь страны или билет банка Федеральной резервной системы США, на эти бумаги невозможно купить здоровье. Можно отсрочить, можно сгладить немножко, но само здоровье не купить. Банкноты нужны немножко другие. То же самое счастье, та же самая... Просто доверие. Невозможно прийти и сказать, дать человеку там, 10 миллионов долларов, сказать, вот с этого момента доверяй мне полностью. Ну, невозможно. Он деньги-то возьмет. Но что? Да, будет обещать и будет искренне этому следовать. Но в любом случае, полное доверие, в материальном мире полного доверия невозможно достичь. Как это, помните, тогда... В интернете скинули такая картиночка, типа «Три короткие истории». Люди собрались провести жертвоприношение на площади, чтобы пошел дождь. И собрались на площади, назначили время, все собрались на площади, но только один из них взял зонтик. Это называется вера. Когда ребенка отец подбрасывает вверх, он растопыривает и счастливо смотрит на этот мир. Потому что он знает, что он когда упадет, он не разобьется, там папа его руками ловит. Он говорит, это доверие. Да? И последняя история, это какая? Ложась спать, мы никогда не можем... дать гарантию, что мы завтра утром проснемся, но мы все равно заводим будильник. Это надежда. Это надежда для людей. И, к сожалению, какими бы благами ни обладал человек в этом мире, у него есть одна проблема. Он никогда не может сказать, что это у него будет всегда. Даже если он добился доверия в отношениях с кем-то, даже если у него чувство любви, знаете, это попробуйте объяснить 15-летнему юноше или девушке, что это не тот человек, с кем ты состаришься. Сейчас это просто ощущение вот это, влюбленности. Это даже не любовь. Какая любовь? Это даже счастьем не назвать. Это просто состояние эйфории. Когда гормоны вырабатываются в таком количестве, что не дают человеку ни спать, ни есть, ни пить, ни думать ни о чем. Он только может думать об объекте своего вожделения. Если ему объяснить, что, у кого сколько, да, ну, в общем, два Нового года вы точно не встретите, это единицы. А те, кто в этой форме начинают вместе потом строить семейную жизнь на этой основе, на основе влюбленности, такие браки, как правило, либо несчастны, либо распадаются. Либо просто люди не мучаются, разводятся, сейчас это можно, либо они просто... Живут до конца, но мучаются. Заканчиваются деньги. Заканчивается здоровье.
Даже люди, умирающие в огромном благо, ну, с огромными деньгами, они в самом конце жизни, каждый из нас, кто уходит, особенно люди с достатком, каждый из них, может быть, не знает, но потенциально чувствует эту историю, как уходил Александр Македонский, помните, да? Он попросил в гробу сделать две дырки. Две дырки, в которые он вытащил руки, да, вытащил руки, чтобы он... И сказали, зачем? Спросили, он сказал, чтобы все видели, что я ни с чем сюда пришел и ни с чем ухожу, у меня ничего нет, пустые руки с собой, ничего не взял. Что бы я там ни достиг, уношу, ничего не уношу с собой. И люди с достатком, они это понимают. Если кто-то, может быть, видел интервью Элвис Пресли, где он рассказывает о том, что, ну, такая, там получилась история, он пришел на передачу, и, ну, передачу сняли, все нормально, и потом они как-то с ведущим разговорились, расчувствовались, и вот как-то рапорт у них установился, они начали общаться, вот, ну, я не знаю, то ли камеры не выключили, то ли специально не выключили, я не знаю, вот, и они разговорились, и вот, и он начал изливать, как бы, душу, да, Элвис Пресли, он говорит, понимаешь, я думал, что, достигнув пика популярности, я получу все, что хочу. А собравшись на эту гору, я понимаю, что я не получил даже того, чего собирался получить. У меня нет ничего, у меня нет друзей, у меня нет родственников, у меня нет верных людей, на которых я могу положиться. У меня есть деньги, но я не испытываю от них счастья. И мысль, о которой я могу сейчас только думать, это самоубийство. Потому что тупик. Человек достигает тупика. И чтобы избежать тупика, человеку нужно заниматься деятельностью, которая никогда не закончится. Вот не зря говорят, что счастливый человек не тот, кто зарабатывает много, а тот, кому работа нравится. Да? Его процесс работы, он для него бесконечен. Возьмем, давайте, самого, не знаю, давайте, там, сапожник. Если человеку нравится, ну, у меня вот нет таких знакомых, ладно, скажу. Ну, у меня есть знакомый сапожник, но он не в таком экстазе от своей работы. Ну вот, но у меня есть знакомый автослесарь. Это человек, который... Я не могу передать его чувства и его эмоции, когда он видит какую-то поломку в машине, и он еще и знает, что делать. И вот он в предвкушении, что он сейчас туда влезет, и вот и все настроит, и все это заработает. И когда он заканчивает это... Я когда увидел его, ну, вот, эмоции, когда он закончил, да, сравнить я мог только с тремя людьми, ну, с двумя, да. Вот он, это автослесарь вот этот, который сделал свою работу, у меня просто, ну, соприкасался в своей жизни с тремя людьми, которые испытывали такие эмоции. Вот этот автослесарь, который знает, как сделать, и заканчивает это, и он прям, и машина, знаете, и он прям стоит вот, вот предвкушает тряпочку эту, трет, и садится там этот водитель, да, так, вин, и он слушает. И вот не, счастье у него не тогда, когда она завелась, а когда вот он стоит и слушает несколько секунд. Там, я у него спросил, говорю, что ты делаешь? Он говорит, я слушаю, как работает там мотор, как там генератор, ну, вот эти штучки, ну, он на звук. Вот, и потом, и видно, он прям несколько секунд напряжен, и слушает, и потом, и поплыл такой, все, прям... Он расслабился, сел такой счастливый там. Эндорфины просто зашкаливают. Еще один человек, который я видел, я не видел его в таком состоянии, только на, ну, он мне рассказывал, что он испытывает примерно такое же ощущение. Это Рыбакова. Это, помните, учитель математики в институте, где мы учились. Вот она мне говорила, нет ничего в мире, в мире нет большего наслаждения, чем какое-то там сложное, гремучее, серьезное, большое уравнение. Вот его ты решаешь, алгоритм, логарифм, там вот эти все, и оно сошлось. Ну и в конце вот как бы и получилось все, и оно, ну вот просто все, вот, все, садишься, говорит, на диван, и тебе больше ничего не нужно, все, ты в экстазе. Вот, и третий, это на предыдущей работе я работал, вот, и там был у нас бухгалтер. Да, и она говорит, ты не представляешь, какое это чувство, когда у тебя годовой отчет сошелся. Когда копейка в копейку. Прям, ну, вот она все говорит. Это просто часа два меня лучше не трогать. Потому что я в этом состоянии, просто в экстазе, я в эйфории просто. Вот. Но проблема есть одна, опять же.
В лучшем случае будут повторяться эти. В лучшем случае. И это ощущение невозможно испытывать всегда. Оно не может возрастать. Оно циклично будет. Оно замкнуто. То есть человек испытывает пик наслаждения, и этот пик у него просто будет реанимироваться каждый раз, когда он это действие заканчивает. Да? Ну, но стремление к счастью у нас у всех есть. По крайней мере, когда человек рождается, первое, что он хочет, это счастье. Единственная проблема у него какая? Да. Он не может выразить желание этого счастья. Плюс ко всему, эти ощущения, которые он испытывает, явно счастьем не назовешь, и ему хочется избавиться от этих страданий. Помните, в Бхагаватам описывается, как ребенок там в пятой песне Шримад-Бхагаватам, в третьей. В общем, описывается вот этот цикл созревания плода ребенка. И там описывается, что он в сознании, он помнит свои прошлые жизни, он помнит, кем он был до этого, кем стал. Он не знает, конечно, у кого он рождается, но так или иначе он себя осознает. И там просто ему тесно, ему мешает замкнутое пространство, он не может ровно, говорят вот это, как это, поза ребенка, да, поза эмбриона, что мы естественным образом в воде в нее складываемся. Вот. Это не самая удобная поза для тела. Мы в нее складываемся, потому что попадаем в водную среду, либо попадаем в теплое пространство, когда мы... Это в Бхагавад-гите во второй главе есть этот стих, который точнее описывает. Это когда человек втягивает свои чувства, подобно черепахе, конечности. Да? То есть мы втягиваем все конечности как можно ближе к себе, чтобы нам было максимально уютно. Мы максимально защищенно себя в этой позе чувствуем, потому что мы, у нас, как это сказать... Ну, мы целостны, мы к шарикам, вот сфера такая, да? Мы превращаемся в сферу, как, знаете, вот ежик, дикобраз, они делают то же самое. Они защищаются, и им уютно, в этой позе им уютно и комфортно. Да, человек примерно поэтому в эту позу и возвращается. Вот. И вот он там, ему неудобно, он там зажат, описывается, что его обжигает огонь пищеварения. Мама перчику поела, кровь жечь начинает, а у него кожа нежная, и кровь, которая, он же через пуповину соединен с матерью, кровь-то одна и та же, а для его ткани еще они не такие грубые. Вот. И для его ткани эта кровь с перцем просто обжигает, он мучается. Потом, это не говорю, если уж мама еще там покурила, выпила, что-то там какие-то... интоксикации еще приняла посерьезней. Потом, там его кусают черви, которые в нас живет куча организмов, всякие лямбли, там хламидии, кого только нет вообще, да, всяких этих, мы просто за фермы просто ходим. В каждом определенном участке нашего тела живут какие-то товарищи, и им там хорошо. Ну, нам они не товарищи, но мы так или иначе сосуществуем. Это тоже видео скинули мне, вот это, когда уже у человека там червей в кишечнике так много, что просто разрезают, достают оттуда клубок. Прям клубок червей такой достают. Они уже из глаз там лезут, знаете, из носа там такие, ва. Конкретно. Их много в нас, маленькие, большие, разные. И они кусают его, ребенка. У него кожа нежная. Зачем им грубую мамину кожу, которая пропитана там непонятно чем уже? Ребенка нежно, они укусают, он ерзает, дергается. Вот. И вот это милое ощущение, ой, он ножкой стучит, он там просится, он там приветствует, да, выйти хочет. В этот момент он мучается, и он страдает от боли, вызванной разными причинами. Но если он начинает стучать и биться, там, это ему просто плохо. Он начинает пытаться избавиться от проблем, отмахнуться, да, но сложно, черви везде, огонь. Если он обжигает, он обжигает. Если она, мама, там острого поела, то или сильно соленого, то, ну, как ему не отмахивайся, а он внутри, кровь-то она внутри его. И потом он, и что он в итоге начинает делать? Прямо описано там, что он начинает делать. У него планка падает, он говорит, я больше так не могу, все, ребята, я что-то не то делаю вообще, зачем я здесь? И он начинает молиться, потому что он помнит свою прошлую жизнь, он помнит переход из тонкого тела в грубое свое, вот это,
ну, первый взгляд, вот, осознание, что он внутри чего-то находится, и он начинает молиться. Там в Бхагаватам написано, и все его молитвы. Он говорит, ну, в общих чертах, он говорит: «Господь, ну, я понял, я попал, все. Я попал, и проблемы у меня и сейчас, и будут потом, это точно. У меня есть только одна просьба. Слушай, дай мне вот выйти отсюда, чтобы не страдать. Я тебе обещаю, я тебе буду, вот все, что буду делать, все тебе буду посвящать. Только ради тебя. Буду жить ради тебя, служить тебе, вот все, буду работать ради тебя, вот только бы больше не страдать вот в этом мешке. Вот, выпусти, все, клянусь. Мамой клянусь, буду служить. Да. И процесс рождения, да, связан у нас три родничка, которые позволяют черепу сжиматься, чтобы ребенок родился. И в этот момент никто не пробовал, как, вот знаете, так вот, помните, ну погоди, когда бегемот, арбуз, а потом волка так. Вот никто не пробовал взять, вот кому, чтобы вам кто-нибудь взял вот так вот, и вот на висках, ну или хотя бы так даже, вот просто взять вот так, ну и по-хорошему сдавить. Это при условии, что у нас кости жесткие, они не деформ... ну они ездят, но там миллиметровые пазы. А у ребенка там хрящи, костей нет. И плюс роднички не разоросшие. Если что, для того, чтобы кости могли сжаться, чтобы он выйти мог. Голова-то большая. Вот. И в этот момент сжимается его мозг, и чувство боли, которое он испытывает, настолько сильно, что он теряет сознание от боли, просто от боли. Это Бхактинанда Кришна Госвами Махарадж рассказал эту историю. Преданные поехали в Индию, и где-то там один преданный прыгнул неудачно и, в общем, вывихнул руку в плече. И повезли его преданные по глупости-то в схватили его побыстрее и в первую попавшуюся поликлинику, больничку там индийскую, для бесплатную, в общем, привезли. А он здоровый такой. Ну, вот он спортсмен этот, преданный. Здоровый спортсмен. Ну, вот больно, она же, знаете, вывих, да? Ты ничего сделать вроде не можешь. У меня палец, вот я вывихнул. Вот вроде смотришь, на нее ничего не болит, да? А вот ты им сделать ничего не можешь. И малейшее движение больно сразу. Ты мне тоже там, мне хоть я приехал, мне там какой-то укол вкололи в сустав, да, расширили его, и потом он мял, раз и все, и стал, я даже не почувствовал. Вот. И он ему тоже так, рука висит, он ему тоже что-то мял, колено упер, хлоп, и все, и он потерял сознание, упал, и просто упал, и этот... Врач говорит: ну все, ведите его отсюда, от греха подальше, забирайте его. Вот. Или как тоже он рассказывал, Матыш же вот рассказывала, попала в больницу, в индийскую, в бесплатную. Вот. Что-то там у нее какие-то проблемы были, и сидит, и в очереди сидят люди, это, аппендицит вырезать. Ну, проблема же, да, аппендицит. А там народу много, почаще. О, вот сидит очередь вырезать аппендицит. Вот. И она заглянула туда, что там происходит. Туда заглянуть можно. Вот, что там происходит? Она говорит: там комната. Стоит стол, огромный деревянный стол, ровный. Над ним висит лампочка, над столом. Стол, на нем уже 10 поколений людей, похоже, поумирало. И там уже запекшаяся кровь. Вот он жесткий, ну вот. Все вот на нем, ну как бы там смахнули, что смахнули, это все остальное высохло. Заходит Матаджи, ну такая в возрасте, там я не помню, говорили, не говорили, сколько лет, ну в общем в возрасте женщина заходит, врач говорит: ложись, она ложится, а бесплатная поликлиника, нету денег на лекарства дополнительных, она ложится, задирает бок, тот достает вот такой тесачок, не скальпель, просто нож вот такой. Ну, там какой-то кругленький такой. Вот. Тряпочку его протирает, спиртиком побрызгал. Все нормально, дезинфицировал, все хорошо. Ей дает тряпочку в зубы. Она зажимает, он ей по-живому. Разводит, достает аппендикс. Отрезает его ножницами. Обычными, знаете, швейные ножницы. Чпок, отрезает его. Берет иглу обувную. Так, ну, не обувная там, они, знаете, типа обувных тоже гнутые. Хирургические. Красные нитки.
шелковые или шерстяные, не знаю, красные. А их просто, чтобы, ну, видно было, и удалять потом проще. Прям красного цвета. Зашивает аппендикс, зашивает кожу. Все, говорит, давай, иди. И она, знаете, у нас там еще 3 дня там люди от наркоза отходят, там все окают, анальгин там пьют, не знаю, что там. Вот, она так встала, и так за бок взялась и пошла. Ее даже, говорит, никто не встретил из родственников. Она встала, отбулась, вышла на улицу и потихоньку домой почапала. Что-то тема-то куда-то ушла. Ну ладно. Ну, в общем, рождается, испытывает сильную боль, и в этот момент он теряет память. В этот момент ребенок теряет память и забывает о том, что там было в утробе, что он помнит, что он молился, что он просил Господа дать ему выйти из этого мешка, только лишь бы, ну, я буду все для тебя делать. Он забывает в этот момент от сильной боли. Стирается память. И, ну, до 5 лет примерно дети еще своей прошлой жизни помнят. Они играются там, называют себя какими-то именами, других людей какими-то именами. То есть они еще в какой-то степени помнят, но они не знают, как пользоваться этим телом. Душа, она осознает, но вот, знаете, посадить вас за штурвал Боинга. И говорят, лети. Тут за руль машины-то не каждый поймет, особенно современный, да, если раньше там было. Это как его? 3 педали, ручка, руль. Все, больше ничего не было. А сейчас нужно там, ну, там, не знаю, скорость включить, там, тормоз нажать, кнопочку старта запустить, там, подогрев, зеркала подстроить, там, куча кнопок. Целая приборная панель самолетная сейчас в машинах. А представьте, в Боинг нас посадить, да? И говорят, лети. Да, какой лети? У меня сестра первый раз села в машину за руль, когда отучилась на права. И села в свою уже. Первое действие ее было, она, ну, хорошо, хорошо там были какие-то мягкие мешки. Просто она поехала назад. Первое, что вот она, ну, вот села, включила и поехала назад. И удивилась, почему она поехала назад, потому что она нажала вперед. Вот. Простые какие-то вещи, люди даже уже знают, как пользоваться, все равно ошибки совершают. А тут выходит живое существо в таком суперорганизме, супермеханизме, в котором так все устроено, так нужно до сих пор идеально не могут создать руку человеческую. Роботы, которые сейчас делают, они вот до сих пор не могут тонкости руки создать, потому что уникальная способность, гибкость они еще как-то могут, и то не полную амплитуду. Вот, не все движения рукой может робот сделать. Там хватать, брать, все может. Но очень сложно, все бьются с этим, с принципом, как наша рука может одновременно сильно сжимать там какую-то, ну не знаю, там, ну, молоток, да, рукоятку, да, и в то же время эта же рука может там аккуратно держать, ну, не знаю, там, яйцо, иголку, да, вот иголку, особенно иголку, да, попробуйте, ее же надо вот, чуть надавишь, больно самому, чуть отпустишь, она падает, вот как-то, и вот до сих пор не могут воссоздать, а у нас в организме столько систем, это рука, двигательная система, это одна из самых простых. Так вот, попадает сюда живое существо и потихоньку начинает осваиваться, начинает учиться пользоваться этим механизмом. И вдруг оно понимает, что, помните, эти стадии есть, да, развития жизни? Анна-майя, прана-майя, ману-майя, вигьяна-майя и ананда-майя. Да, 5 стадий существования живого существа. На уровне анна-майя оно понимает, что я есть, и я хотеть есть. И я буду есть, и мне больше ничего не нужно. А иногда я еще хочу спать, и мне иногда мешает то, что из меня выходит. Поэтому он дает сигналы примерно одинаковые всегда. Хоть он хочет спать, хоть он хочет спать, есть, хоть он уже из него выходит то, что он съел, хоть ему скучно, хоть ему весело, сигналы одни и те же, пользоваться еще не умеет. Но постепенно, взрослея, человек понимает, что помимо меня и моих желаний есть окружающий мир, окружающие люди. Помимо потребностей в еде, есть еще какие-то потребности. Какие у нас еще потребности есть, помимо еды?
общение, социально. У нас есть социум, нас окружает, и у нас есть какие-то взаимоотношения с людьми, да? Вот. И человек выходит на уровень пранамайи и начинает вступать в социум, взаимоотношения с окружающим миром. Это не обязательно люди. Просто он начинает... До этого он просто был просто потребитель, да? Он только потреблял. Если он видел там игрушку, он просто ее тянул к себе, чтобы получить от нее какое-то вожделенное благо, там, засунуть этот грибочек в рот. Да, ну, все. Счастье он получил, как бы, вот от этого действия. По крайней мере, попробовал, что это такое. Вот. Потом на уровне пранамайи он начинает взаимодействовать с окружающим миром. Он понимает, что есть как бы там есть цветочки, и на него наступаешь, а он потом некрасивый становится или перестает вообще расти. Нужно как-то учиться взаимодействовать. И он учится. Он принимает правила игры, которые им навязывают, как правило, да, окружающий мир или окружающий социум, и взрослеет, и растет именно в том, ну, развивается в том ключе, в социуме, в котором он находится. Ну, пример Маугли, да? Он просто принял правила игры вот того социума, в котором он находился. Потом человек выходит на уровень мана-майя. Что за уровень? Мана. Манас. Ума. Что это за уровень ума? У человека появляется философский взгляд на жизнь. Он начинает смотреть на жизнь, что это что-то больше, чем просто два механизма встретились, у них появился третий, четвертый, пятый, там, не знаю. Они выросли, состарились или прошли все эти шесть стадий, да? Рождение, рост, созревание, выделение, в общем, продолжение потомства, старение и смерть. Вот цикл жизненный. И это описывает шесть стадий проходит живое существо в материальном теле. И он понимает, что тут есть что-то больше. Есть что-то больше. Есть какие-то вещи, над которыми не властно даже на мое тело. Даже тела других людей, они не властны над вещами. И если этот человек эту стадию... Чем раньше он на эту стадию уходит, тем лучше. Это, помните, притча о четырех домашних животных, которых человек приютил, и они отдали ему свои качества. И говорится, что... Так, сейчас главное не перепутать. До 25 лет человек скачет как конь. С 25 до 50 он пашет как бык. С 50 до 75 он мудрствует как осел. И вот последнее животное я забыл. С 75 до 100. Кто же там был четвертый-то? В общем, если мы до состояния с 50 до 75 мы доходим, когда мы... Я не помню. В общем, какое еще животное что-то делает, там человек подобен этому животному. Вот. И когда человек выходит на уровень мана-майя, он понимает, он начинает смотреть на мир как на более сложную систему, в которой между собой связаны не просто тела, а между собой связаны разумы людей. Давайте называть вещи там ведическими терминами, не терминами, а категориями. Связи между всем живым происходит не на уровне двух грубых тел, а на уровне как минимум двух тонких тел. Как минимум на уровне эмоций. Вот два человека, помните, Шрила Прабхупада этот пример приводил, что когда мать убирается, женщина убирается в комнате, да, и вдруг заглядывает за диван, отодвигает диван, чтобы помыть там, не часто же у нас, да, у нас же там вот так вот пыли, там всякая-то вещей. И вот она вдруг решила заглянуть, здесь-то я вижу, что не так. Заглядывает туда и вдруг находит маленький ботинок своего ребенка, когда ему там было сколько-то там, 5 лет, а он сейчас уже взрослый, уже уехал, женился там, все. И вот все, и она садится, у нее веник падает, у нее слезы текут, она вспоминает, как это было, как его ботинки эти купили, как она в этих ботинках его водила там на горку, и все, слезы там, какие-то эмоции, и она выключается из
из внешнего мира на какое-то время. И человек вдруг понимает, что связь-то происходит. Не обязательно нужно два тела соединить. То есть не обязательно даже видеть друг друга, да? Вот. И потом, если человек этот, человек этот уровень решает пройти дальше, он выходит на уровень Вигьяны Майи. Когда его знание становится реализованным, когда он на мир смотрит как на целостную систему. И вот в этот момент для человека единственная вещь, которая поможет ему не сойти с ума, не стать наркоманом и не отбросить это и не вернуться на уровень назад, является то, что в современном обществе называют религией или духовной практикой. На этом этапе человеку, на этом этапе только духовная практика может помочь человеку сосуществовать на этом уровне. Иначе он либо отходит назад и говорит, все это ерунда, все это меня это не задевает, и, в общем, мне это не нужно. Либо он начинает уходить в какие-то эзотерические практики, которые к духовности не имеют никакого отношения, ну просто люди там развивают какие-то способности. Но тела у нас довольно сейчас слабые, и чтобы эти способности развить, нужно серьезно постараться. Не так просто сходил там в фитнес-центр на курсы йоги, позанимался, вон там книжечки лежат вон на подоконнике, там есть Ханумасана, Натараджасана, например, там танец Господа Шивы, поза такая. Вот, все, если он в эту позе, он может уже стоять, или у него там целый комплекс этих поз, все, он может достичь каких-то сверхспособностей. Да нет, это гимнастика. Это обычная гимнастика. Просто человек, причем зачастую вредная, ну, об этом не будем. Вот, но действительно, эта практика имеет отношение только к телу. И любого человека, который ходит в йога-клуб, даже вот сюда, в Кориандр, ну не любого, может быть, большинство, если спросить, что такое, чем они занимаются, они скажут йогой. Какая цель конечной этой йоги? Какой будет ответ? Просто здоровым стать, да. Просто чтобы тело не болело. Чтобы тело не болело. Чтобы оно не мешало жить и наслаждаться. А когда даже простой философский вопрос человеку задаешь о практике, которой он занимается, вы занимаетесь какой? Это хатха-йога, да? Ну да, хатха-йога или там раджа-йога. Ну, таких вещей немногие знают. Вот. И когда ему говоришь, вы знаете, что это промежуточный этап? Что вот вас посадили в машину и сказали, вам надо доехать отсюда до Москвы. Вы в машину садитесь и доезжаете где-нибудь до Люберец и говорите, до Жуковского, да? Доезжайте, говорите, зачем дальше? Дальше нет. Вам говорят, что истинное счастье вы получите только когда доедете до Москвы. Вот вас там ждет билет выигрышный в лотерею. Вы уже выиграли, вам нужно только приехать и забрать. Но просто по пути вам нужно определенные действия совершать. Люди не знают, что такое аштанга-йога. Они просто говорят, да, это ерунда, это философия, нам это не нужно, нам нужно, чтобы тело работало. Но самое интересное, что даже йогой люди занимаются в ущерб своему телу. Почему? Потому что они не проходят две первые стадии, которые обязательны для асаны. Для того, чтобы сидеть ровно, человек должен пройти яму и не яму. Должен принять все благоприятное и отвергнуть все неблагоприятное. Да? Он должен перестать пить. Там интоксикации любые употреблять. Почему? Почему? Ну, под воздействием любого вида интоксикации в любой асане просидеть реально сложно. Попробуйте человека, там, выпившего на дне рождения, посадить в какую-нибудь простую позу. Простую какую-нибудь. Да просто, он просто сидеть-то не может, не говоря уже о каких-то позах. Вот. Второй момент. Отвергнуть все неблагоприятное нужно. Второй момент. Нужно принять все благоприятное. Человек должен взять на себя ответственность за свое тело. Должен начать соблюдать режим. Должен начать соблюдать ранний подъем. Он должен ложиться. Человек, занимающийся йогой, должен ложиться в 9 часов. Потому что если он будет ложиться позже, у него тонкое тело отдыхать не будет, оно отдыхает до 12.
то его практика йоги, она будет идти во вред его тонкому телу. Такие люди становятся раздражительными. Вот пока либо чересчур спокойными, когда нужно реакции проявлять какие-то. Вот, он философски смотрит на эту вещь. Вот. Нужно обязательно проходить эти две стадии. Потом только. И это не дает здоровья. Самое интересное, йога не дает здоровья. Вот это, ну, как бы утверждение, может быть, я не смогу живым сегодня доехать до дома, но я его сделаю, потому что асаны не дают здоровья. Асаны предназначены только для того, чтобы человек мог сидеть, не отвлекаясь на свое тело, и заниматься чем? Еще не духовной практикой. Пранаямой. И это единственное, что дает здоровье. Правильное дыхание. Когда человек в воздушные потоки, как вот Кришна здесь объясняет, тоже в Дьяна-йога, 6 глава Бхагавад-гите, что нужно нивелировать восходящие и нисходящие потоки, приносить воздух вдыхаемый в жертву выдыхаемую и так далее и тому подобное. Только эта практика дает здоровье. Реально человек начинает, у него хронические болезни начинают уходить, которые аллопатическая медицина не вылечивает, даже не берется за них. Но асаны нужны только для того, чтобы человек мог просто дышать правильно, и его тело не отвлекало. Вот я уже сижу здесь, сколько ерзаю. Вот. А представьте, если бы я должен был правильно дышать. Любое мое перекашивание, да, перенаправляет воздушные потоки в другую сторону, и будет хуже. Неправильно. Почему к пранаяме нужно подготовиться? Потому что неправильная пранаяма приведет к деградации тела. Мы ухудшим состояние нашего здоровья. Но об этом людям неинтересно знать. К сожалению, Шрила Прабхупада говорил, если вы хотите быть обманутыми, придет обманщик. Кришна пошлет, не переживайте. Если вы хотите обмануться, поесть человек, который вас обманет. Если люди готовы принимать в своей жизни такую концепцию, что вот просто растяжка там или поза плуга, она в их жизни даст серьезное улучшение здоровья, и есть человек, который им будет это настойчиво объяснять, показывать картинки, все рассказывать. А если не сможет что-то объяснить, скажет, ну это же оттуда, это же тысячами лет практикуется, вот есть священные писания там по йоге, в общем, тысячелетних давностей, и все это работает. Люди, столько людей через это прошло, а ты что, хочешь бросить этому вызов? И почему это происходит? Почему разные практики, которые отвлекают людей от духовной жизни. Почему они существуют, как вы думаете? Почему существуют какие-то практики, которые с развитием вот нашего нынешнего века, кали-йоги, да, они набирают обороты? Почему в... А? У кого? Ну, у людей понятна потребность. У них разума нет, поэтому у них потребности такие. Но вот почему? Кому выгодно это? А они, ну понятно, им, конечно, выгодно. А в более серьезном масштабе, кому выгодно то, чтобы люди отвлекались от духовной практики? Олицетворенному Кали, да. Это личность, олицетворяющая век раздоров и лицемерия, который сейчас наступил. Праен алпай шасабьям калава смию геджанага манда суманда матайо манда бхагья хипадру тага. Описываются люди нашего века. Хотите узнать, какие мы на самом деле? Шримад Бхагаватам описывает состояние людей вот в этот век, кали-йогу. Праена алпа юша, аюша. Что такое праена? Прана что такое? Жизненные силы, жить, просто способность жить. Алпа, что такое алпа? Кто-нибудь слышал такое? Праджа алпа, это немножко другое. Нет, алпа это немного. Маленькое что-то, ну, чего-то мало. Да, что такое аюх? Аюрведа. Что такое аюр? Жизнь, сама жизнь. То есть наука о жизни, аюрведа, да? Знание о жизни. То есть там говорится, что Шукадева с вами говорит, праена алпа юша сабья. Жизнь у них коротка. Они не могут добиться результата в какой-либо практике духовной и вообще оздоровительной в том числе. Почему? Потому что жизнь их короткая. За наши 100 лет современных нам невозможно реализовать хоть какую бы то ни было практику, которая приведет нас к там,
каким-то ситхом. Да, какие-то акробатические этюды, там, согнуть глазом пруд стальной, там. Но это не проблема. Серьезно. 15 лет уйдите в Гималайи к хорошему учителю, он вас научит, вы обретете эти ситхи. Проблема будет в том, что если вы решите с помощью их зарабатывать денег, то вы лишитесь способности с помощью этой практики достичь истинного счастья. Вы не сможете ни денег заработать, ни счастья получить. Все люди, которые этим занимаются, они, как правило, получают, ну, как это называется, такое проклятие от своих учителей. То есть эта практика нужна для другого совершенно. Если люди устраивают из этого цирк, то, как правило, силы у них на прогресс сразу растворяются. Вот. Прайна Алпая Шасая, Калава Смию Гена Джанага, ну вот люди в Веккале как раз. У них короткая жизнь, еще что у нас? Манда. Что такое манда? Они ленивые, конкретно ленивые. Утро, 4 утра, звонок будильника, открываешь глаз, думаешь, Господи, суббота. Зачем? Ну кому это нужно вообще? Да для кого это вообще? Если нас не стимулировать там, голодом и холодом, то мы вообще не будем выходить никуда. Представьте поместить нас в идеальные условия, где всегда тепло. Вот она пальма. Просто по ней вот так утром встал, вот так бумс, гроздь бананов, раз. А если это еще какая-нибудь это, целая посадка, то есть нам тут вот тут кокос, тут банан, тут там... Ну, ананас, они не на пальмах растут. Ну, вот, да, на грядке там, да, вот протянулся, собрал ананасик, разломил, съел. Вот, тепло, одежда не нужна. Ну, вот какая-то чисто символическая гамча, ну, набедренная повязка есть. Вроде как бы цивилизованные же люди, да? Вот. Ничего не нужно делать. В предыдущие времена людей не нужно было стимулировать на какое-то саморазвитие. У нас в современную йогу, в Кали-йогу мы начинаем... саморазвитием заниматься только от противного. Если нам нехорошо, будем делать все, чтобы было хорошо. И разумные люди доходят до какой-то духовной практики. Неразумные говорят, типа, что там, ерунда все это. Я до сознания Кришны читал книжку «Волшебное свойство пирамид» называется. Там про пирамиды, про инопланетян, в общем, там целое, в общем. У людей проблемы, в общем. С этим похоже. Вот. И там интересная вещь. В конце там подводится итог всего этого, всей этой книги. Ну, там описывается, там, что это такое, что пирамиды, что ну, это полный бред, что это гробницы какие-то. Там уже давно понятно всем, что никаких там гробниц нету. Ну, в смысле, это не гробы для фараонов. Вот. Но суть не о них. В конце подводится итог. Что вот как все вот. Вот видите, там настроено, застроено. И есть высшие живые существа, которые приходят из других планет, которые вот и дали нам здесь жизнь. Они, если мы настроимся на их волну, на их вибрацию, они пришли откуда у нас там? С этого, с созвездия Ориона. Если настроимся на их вибрацию, там все будет хорошо, они придут, дадут нам новые технологии, дадут нам жизнь, нестареющие тела, там тра-та-та-та-та, целая песня. И самое интересное, почему я запомнил это окончание, это первый раз, когда я увидел Махамантру. И там в конце был, ну и в конце подводится итог. Вот на самом деле, чем нужно заниматься в жизни. Настраивать себя на волну там Ориона, этого там пояса. Ну, то есть вот к этому продвигаться. А есть люди, которые не хотят этим заниматься, скорее не могут. И поэтому они придумывают себе какие-то различные вещи для какого-то там прогресса. Например, есть такие люди, которые берут себе и там поют «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Она написана была там. Говорит, вот они поют и думают, счастье обретут. Нет. Не обретут. Надо на пояс Ориона настраивать вибрации свои. Вот. Человек конкретно на уровне мана-майи находится. Вот. Это первый раз, когда столкнулся. И в предыдущей юге не нужно было стимулировать. Сейчас, чтобы что-то, какое-то движение совершить, вот просто пальцем пошевелить, да, это же нужно вот мотив какой-то. Конкретно тело, оно всегда в невежестве. Оно всегда хочет чего?
Тело хочет, да, отключить. Вот тело ничего не хочет, если честно. Тело – это субстанция, которая не обладает ни сознанием, ни деятельностью. Это комок материальных элементов, которые... Вот машина, если из нее вытащить водителя, она ничего не хочет. В перспективе она хочет развалиться на составляющие, проржаветь, там, разорваться, сгнить там, и так далее. И тому подобное. Сама она стоит, никто вот ее не трогает. Как у меня знакомый приехал покупать машину, по объявлению, там газ, ну, Волга, в общем, первая, это, знаете, как Победа такая, 21-я, по-моему. Вот. И вот он приехал, дедушка ему встречает, говорит, да, пойдем, сынок, я тебе покажу. Открывает какой-то курятник. Там конкретно курятник. Куры там вот живут, все животные какие-то у него там, гуси, утки, куры, не знаю, разные там животные, птички. Открывает и стоит какой-то сток сена. Смахивает с этого стога сена, там фильцем накрыта стоит машина. Вот. И, ну, надо учесть, что качество той сборки и тех машин, да. Вот она, он говорит, а я, говорит, ее последние 40 лет и не выводил. То она стоит как замаринованная просто. Ей ничего не хочется. Вот тело наше примерно в таком же состоянии всегда находится. Ему хочется статики. Ему неохота двигаться. И двигаться оно может только, если его мотивирует тонкое тело, наш ум, наше желание, да? Или разум. Вот. И манда, ленивая. Манда, суманда. Приставка су в санскрите означает очень, больше. Ну, вот увеличение какое-то, да? Вот. И что же такое суманда? Что такое суперлень? Суперлень – это отсутствие удачи. Суманда – это они неудачливы. У нас, что бы мы ни затеивали, в лучшем случае получается, как всегда. Хотели как лучше, получается как всегда. Самые идеальные мотивы или самые идеальные цели, которые мы сейчас себе ставим, они никогда не проходят, ну, деятельность никогда не проходит без сучка, без задоринки. Даже наоборот, сейчас в Кали-Югу есть вот ачари говорят, что примерно 10 лет нужно совершать какую-то серьезно заниматься какой-то деятельностью, чтобы в итоге получить какой-то результат. 10 лет, как раб на галерах, человек пашет, занимаясь какой-то деятельностью, и только через 10 лет начнут приходить какие-то хорошие плоды. Это закон примерно нашей кармы, что если человек перестает заниматься духовной практикой, то его карма, которая была в антифризе, в таком в замороженном состоянии, он еще в течение лет 10 будет наслаждаться плодами духовной практики, любой, неважно, какой-то благочестивой деятельности, он будет получать. Через 10 лет кранчик перекрывается, и ему начинает возвращаться все то, что он должен был отработать, но было заморожено. Вот. И манда суманда матаю, манда бхагья. Что такое манда бхагья? Угу. Домашнее задание будет. Оставим это слово на интригу. Сейчас скажу, чтобы вы долго не искали. Это Шримад Бхагаватам. Это первая песня. Вторая. Ну, 1-2, в смысле, первая песня, вторая глава. Ну, может. Ну, в смысле, второй том. Ну, это, в общем, это первая песня. Открывайте в конце Шримад Бхагаватам. Здесь есть такая, ну, список стихов. И по первой строчке найдете Праена Алпа Аюша Сабья. Праена Алпа Аюша Сабья. И в итоге, когда человек начинает заниматься духовной практикой, зачем она ему нужна? Ну, понятно, да, преодолел он там свою лень, понятно, понял, что взаимосвязь здесь в этом во всем есть. Все это понятно. Но зачем она в принципе нужна? Ну, ведь умрем же. Ну, умрем же. В чем проблема-то? Какая проблема? У кого-нибудь есть проблема с тем, что он умрет? Кто-то в курсе, что он умрет? Вернее, есть такие, кто не в курсе, что он умрет.
Арджуна вот в первой главе этой Бхагавад-гиты начинает истерику, претензии к Кришне. Говорит, да ты что, поубивать родственников, друзей? За что? Не, не буду. Кришна говорит, а в чем проблема? Так они все равно умрут. И им предопределено уже умереть в этой битве. Они не выйдут отсюда живыми. Твоя задача просто стать инструментом в руках. Но это другой вопрос. Но все отдают себе отчет, что это тело мы оставим. Что я, там, каждый назовите про себя свое имя, что вот такой-то, такой-то в конце концов существовать не будет. В лучшем случае в учебниках по истории его будут мусолить еще несколько сот лет. Даже те наши исторические факты, там самые первые упоминания о там, каких-нибудь людях, ну, имею в виду исторические персонажи, да? Вот, их там уже несколько, там, да, может быть, пару десятков тысяч лет уже о них помнят, да? Ну, какие-то там до Рождества Христова, там, тысяч, да, ну, какие-нибудь фараоны там, да, вот их, например, еще помнят, да? Но закончится Кали-юга, а пройдет всего лишь, осталось 427 тысяч лет. И этих людей никто не будет помнить. Это 100%. Чего говорить о современных каких-то политиках? Они, ну, как пытаются оставить о себе какую-то память. Она сотрется через 200-300 лет, когда перепишут историю. Как эти китайские, как они называются, не фараоны, а императоры китайские, да. Китайские императоры. Как только правящая династия воцарялась на престоле, что они в первом делом делали? Переписывали, уничтожали библиотеку и переписывали историю заново. Для чего? Для того, чтобы авторизовать свое право на царство. Например, и наш род начался от самого Бога Солнца, и первый Бог Солнца родил нашего деда от Луны, там Луна родила от Солнца деда нашего, и пошло, ну там прапрапрадеда, и пошло. Следующая династия захватывала власть, сжигала библиотеку, говорит, не-не, ребята, наш дедушка родился, и так далее. Все сотрется. А люди, которые не занимают топовых мест в рамках Земли, о них вообще будут помнить максимум два поколения. Я не помню своего... Ну, у нас традиции еще умирают, ладно. Те, кто, например, в Дхаме, у них, где они живут, в Индии, они у них, ну, как это называется? Кула, родословная, да. Они знают, там, готры. Они знают, там, от какого мудреца начался их клан или род, да? И там это все, там целая цепочка, геологическое вот это древо, как оно правильно? Генеалогическое древо, да. Они его знают. Но все равно, знают они там этот род, знают своего прапрадеда. Ну, кто еще знает? Сейчас, кто может назвать хотя бы имя своего прапрадеда? А, от прабабушки, да? Ну, понятно, да, все. Вот. Я помню имя своего прадеда. Я не знаю, где его могила. Я не знаю. Потому что дедушка и бабушка уже оставили тела. Они знали. Папа тело оставил. Тетя, сестра, она примерно помнит, где это... Примерно. Ну, надо ходить искать, но он как бы желания большого, похоже, нет ни у кого. Вот. Ну, и, соответственно, моя сестра и я, мы вообще не знаем, где они похоронены. Но мы хоть помним имена. Я хоть еще его помню в лицо. Сестра у меня помоложе, она его даже не помнит уже. Вот. А следующее поколение, дети сестры, они даже не знают моего деда уже. Они не помнят вообще их. А от какой прадед там для них вообще? Это, ну, какие-то гремучие. Все. Память, она стерта. Что бы мы ни вкладывали, для чего вы живете? Для детей. Хорошо, если твой ребенок станет наркоманом или потратит все твои деньги, будешь ли ты счастлив от того, что ты, работав для него, дал ему возможность деградировать самому и развалить там все, что вокруг него находится, семью, там, друзей и так далее. Как вариант, конечно, не панацея, не со всеми это случится, но вот так вдруг происходит почему-то. И что значит жить для детей? Сложно объяснить человеку, что он живет по программе, написанной для него на эту жизнь. И чем ниже у него гуна, тем более программно он проживает свою жизнь. Если человек живет в гуне невежества, то, как я с одним преданным разговаривал, он астролог, и он говорит, понимаешь,
человек в гуне невежества, это вот, ну как это называется, вот, вот что на листе, вот так он и живет. Я могу рассказать, как он жил, как живет, и как будет жить, и чем закончит. Просто живет по программе на эту жизнь. Ни шага, ни влево. Это уровень животного. Это уровень гуна невежества. Животные, они рождаются, умирают тогда, когда, им, когда они должны родиться, умереть. У человека есть выбор, есть возможность как-то моделировать эту программу. И как только мы поднимаемся по гунам, да, материальной природы, из гуна невежества выходим на гуну страсти хотя бы. Уже начинаем приносить что-то хорошее в нашу жизнь, понимая, что нам это нужно. Пускай в корыстных целях, но начинаем это делать. Начинаем, в конце концов, в 4 часа начинаем вставать. И он говорит, как только человек из гуны невежества в гуну страсти переходит, я понимаю, что у него вот эта карта, она начинает плавать. Там начинают какие-то изменения появляться. Когда человек выходит в гуну благости, у него уже кардинально начинаются изменения. Вдруг ни с того ни с сего к нему приходит там удача, которая должна прийти к нему через 20 лет. А он начинает получать ее сейчас. А если человек начинает выходить на какую-то духовную практику, он говорит, вообще бесполезная вещь. Просто, говорит, надо собирать и убирать. Потому что там силы действуют такие, которые, против которых вот эта программа кармическая на эту жизнь, она вообще не работает. Есть какие-то определенные направления, но они управляются. Управляются кем? Кем? Да, человек начинает попадать под влияние руки Бога, что называется. Рука Бога, она начинает присутствовать в его жизни, и он начинает его вести. И чтобы следовать этой руке, Кришна дает схему. В Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет это во второй песне. 2.3.10, по-моему. Кто вот может заниматься духовной практикой? Как вы думаете? У кого есть квалификация для занятия духовной практикой? Какая квалификация должна быть у человека, чтобы заниматься духовной практикой? Да, без этих, не думайте, я никакую эзотерику не лезу. Довольно просто все. Благочестием. Другого выхода нет, да. Еще? Чистота какая-то в жизни, да, наработал что-то. Осознанность. Угу. Ну, Кришна в той же Бхагавад-гите, в 7 главе, говорит Арджуне, да, 4 типа людей, которые сами по себе ко мне начинают тянуться. Какие? Да, это 4 категории людей, которые страдают, понимают, что ни врачи уже никто не может помочь, и они обращаются к каким-то высшим силам. Те, которые жаждут материального благополучия, понимают, что, вот знаете, что такое кризис среднего возраста у мужчины, когда он наступает? Нету психологов здесь, да. Мужчин за 40 нет таких? А, ну есть, но... Есть, да. Что такое кризис среднего возраста? Это примерно 40-летний рубеж у мужчины, когда в этот момент он понимает, что вот то, что он достиг в своей жизни, уже больше он ничего не достигнет. Только если, знаете, ну как снег на голову, говорят, да, свалится. А так к 40 годам человек, мужчина, достигает какого-то определенного рубежа, вот планки, да. И он понимает, что больше... Ну, дальше пустота, дальше некуда расти, ничего не будет. Только если какие-то, я говорю, ну, там, неожиданные вещи происходят. И начинается вот этот кризис среднего возраста, у него начинает психика ломаться, он не знает, что делать. Каждый находит истину в себе, там, в смысле истину в том, что ему нравится. Но еще пару вариантов есть людей. Какие? Любознательные, просто людям интересно конкретно, что за тема, какие-то ребята там поют, что-то сидят, что такое вообще, там, Хари Кришна орут, кто такие вообще, почему у них какие-то, знаете, какие-то маски какие-то на лицах, кто одеты просто, они очень странные, ходят, улыбаются что-то постоянно, то ли они там что-то употребляют, то ли им там что-то за это платят, ну вот, ну просто так люди вот, сейчас люди просто так не улыбаются,
Да. Где, в чем-то он есть. Надо вот, надо разобраться. Это хорошо. Это хороший уровень людей. Это любознательные. И те, кто ищет абсолютную истину. Ну, это конкретно люди родились с этой, ну, не родились, а пришли к этому моменту, что есть что-то высшее в этой жизни, и я должен понять, что это. И он начинает. Я к сожалению, к таким людям не отношусь. Вот, но я знаю преданных, которые говорят, вот я перед тем, как прийти заниматься там духовной практикой, там, заниматься сознанием Кришны, стать вайшнавом, я там Библию всю изучил, попробовал, не пошло. Коран там начал штудировать, что-то не пошло. Там Торы начал изучать, там у иудеев-то как она. Ну, в общем, перелопатил все, что можно. И вот как-то вот дошел. Да, и буддизмом там увлекался, и чем только не увлекался. И вот как-то дошел, и вот понял, что вот полноценное знание вот есть, да, вот я его получил, все, и начал заниматься. Вот. И такие люди тоже есть. Но Кришна в Шримад-Бхагаватам говорит, Акама Сарва Камова, Мокшакама Удара Дих, Тиврина Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парам. Он говорит, будь ты Акама, у тебя никаких материальных желаний нет, ты любознательный или там ищешь абсолютную истину, тебе на этот материальный мир все равно уже. Ты разочаровался в нем, ты хочешь чего-то возвышенного. Акама Сарва Камова. Или у тебя, ты Сарва, это все материальные желания у тебя есть. Все, которые есть, они все у тебя. Ты хочешь всего в этом мире получить. Богатство, положение, знания, вот все, что можно достичь, всего ты этого хочешь. Все равно. Мокша Кама. Будь у тебя желание вообще уйти из этого материального мира, получить освобождение. Что такое освобождение, уйти из материального мира? А вот на практическом уровне как это проявляется? Что значит мокша или растворение, или освобождение? От чего мы хотим освободиться-то? От страданий. От страданий. Все разочарования – это страдания для человека. Он говорит, даже если ты хочешь избавиться от всех страданий, получить освобождение, не думать ни о чем, не страдать ни от чего. Мокша Кама Удара Дих. Тиврина Бхакти Йогина Яджета Парушат Парам. Этот человек, любой из этих вариантов, есть материальное желание, нет материального желания, или есть желание избавиться от страданий, да, или от всех желаний. Любой этот человек имеет квалификацию для занятий бхакти-йогой и может поклоняться Вишну. Яджета Пурушам Парам. Ну, яджета – поклонение Пурушам Парам, высшему живому существу. Высшему Пуруше или высшей личности. Он может заниматься. То есть Верховная Личность Бога, ему без разницы, ребята, чем мы тут, какими мы мотивами к нему приходим. Абсолютно. С хорошими ли, с плохими ли. Он говорит, ребят, вот кто бы с какими ни шел, вы все можете, все имеете квалификацию. Но когда мы начинаем заниматься этой самой практикой, вдруг понимаем, что мы что-то занимаемся-то и по-разному. Каждый из нас с разной скоростью прогрессирует в духовной жизни, да? Кому-то нужно 3 недели, кому-то нужно 300 жизней. Разная скорость, даже в рамках одной жизни люди по-разному прогрессируют. Вот. И когда человек сталкивается с какой-то практикой духовной, да, зачастую в самом начале человек начинает идеализировать людей, носителей этого знания, да, и идеализирует саму практику. То есть это называется такой этап уцахамая или ложного энтузиазма, или фанатизма, по-нашему говоря. Я помню, ты рассказывал, не помню или нет, на Динамо еще, я помню, шел по территории и смотрю, зашли 2 женщины на территории, видно они, ну видно не в теме, да, они не понимают, ну смотрят так, не понимают, куда идти, не понимают, что делать, люди какие-то в простынях, вот. И, ну, видно, они, и, ну, потерялись, не знаю, что делать. Я мимо шел, думаю, подойду, можете подсказать, помочь, ну, куда-нибудь, может, ищут кого-то. Я подошел, говорю, здравствуйте, там, может, чем-то помочь могу? Они говорят, да, вы знаете, у нас, говорит, нам нужно с кем-то поговорить. А можете с нами поговорить? Я говорю, ну, могу, не знаю, насчет квалификации своей, но поговорить могу, проблем нет. Вот. И они рассказывают историю свою. В общем, это тетя и бабушка молодого парня. Этот парень походил на курсы вайшнавов, ну, курсы там Субала Сакхапрабху, вайшнава, курс проводил 7-дневный, 7 дней курс проводил.
Вот, о духовной жизни, вообще о материальном мире, о строении, о ведической практике, и вообще, что такое веды, ну, вот такой, семь встреч таких. И он провел, и этот парень так всем этим вдохновился, и все, он пришел домой и просто с криками: да вы все демоны, мясоеды, поганые, в общем, вы мне жизнь мешаете, сами деградируете, меня тянете, не подходите, не дотрагивайтесь ко мне, в общем, повыкидывал мясо из холодильника, в общем, ну, в общем, все, вот, и там, а они мусульмане. Ну, бабушка такая серьезная мусульманка, а остальные, ну, как-то уже, знаете, как-то обрусели, да, обрусели, и так уже там духовность у них. Бабушка еще такая жесткая. И они там в слезы все, не знают, что делать с ним. А он такой фанатик такой, он еще такой кшатришный такой, энергичный. Вот. Да он там: все, больше ко мне не трогайте меня. Он там начал с благовониями по квартире бегать, караталами звенеть, духов гонять там. Ну, просто они в шоке, они не знают, что делать с этим. Кто это вообще? И они вот собрались, мама там как бы... Ну, мама, я так понял, в меньшей степени его интересует судьба сына. У нее там вторая, как мне они описали, она второй раз вышла замуж. И у них, еще ребенок от этого брака. И как-то вот он уже подрос, тем более, в общем, она не сильно так за него родила. А вот тетя и бабушка, они искренне за него переживают. И вот, говорит, мы решили, собрались с духом вдвоем и поехали смотреть эту обитель зла. Вот, ну, это они не говорили обитель зла, ну вот просто откуда вот этот ветер дует, да? И вот мы пришли посмотреть, и говорит: ну вот расскажите нам, что тут у вас происходит, что вы тут людям говорите, и все. Вот. Ну и все, мы с ними пообщались, договорились. С бабушкой нормально, там просто ее успокоило, ну, она успокоилась, все нормально, мы поговорили, там часа 2-3, наверное, просидели. Вот, бабушка успокоилась, с тетей мы еще встречались, и там я ей книги потом привозил, мы в метро пересекались с ней. Вот, она приезжала пару раз на программу на воскресную. Вот, ну, она приезжала, она говорит: ну, я что-то, говорит, мне не хочется особо, ну, как бы, я все поняла, но вот что-то неохота. Я говорю: ну, просто приезжай. Она говорит: что я здесь делать буду, никого не знаю. Я говорю: ну, я здесь буду. И она вот чисто из-за этого, вот то, что она есть кому приехать, да, она пару раз приезжала. Ну, потом как-то у нас, я телефон потерял. И вот ее телефон там остался в этом, ну, в телефоне, в общем, номер ее, и все, и забылось. А парень ушел в армию, и тоже какая судьба дальше, я не знаю. Ну, то есть там все нормально, он успокоился. Там я с ним встречался несколько раз, мы даже подружились. Вот. Я ему объяснил, что у меня тоже был этап, когда и кастрюлю супа выливал в унитаз, потому что там вдруг я лук нашел. Вот, и там, ну, просто брал и выливал просто. Вот. Родственница готовила целый день. Самый мой любимый суп она готовила, целый день просто готовила. Вот, и я пришел: да, лук, да ты че это, Майя, вообще? Ты вообще демонюга, ты меня с духовной практики хочешь сдвинуть. Вот, да, в слезы, конечно, там, истерики. Вот, и этот этап, в принципе, проходят все, кстати. Этот ложный энтузиазм, просто он у кого-то гипертрофированный, да, у кого-то послабже. Вот. Но так или иначе, отторжение всего вот этого материалистичного вот хочется, знаете, вот ты вдруг понимаешь, что ты в отстойнике сидишь, и есть возможность выползать. И ты вот хочется это там, знаете, все налипло, пахнет, и хочется от этого избавиться, хочется от этого откинуться. Вот. Но, к сожалению, не так все просто. Этот последствия пребывания нашего сознания в этом отстойнике, они будут до последних ступеней духовной практики за нами тянуться, особенно запах останется. Знаете, вроде чистый человек, а вот запах еще будет какое-то время с нами. Вот. И когда мы начинаем практиковать, вдруг понимаем, что мы не можем следовать всем этим серьезным стандартам каким-то, да? И зачастую человек говорит: ну, если я не могу идеалу, зачем мне это нужно вообще? И предвидя это, Кришна в Бхагавад-гите дает нам как раз рецепт, когда мы с этим сталкиваемся. Это 12 глава, начиная с 8 стиха. Ну, здесь Кришна несколько вариантов людей перечисляет, и потом переходит к описанию как раз вот этих стадий предания ему. И он говорит: для того, чтобы достичь цели духовной практики, что нужно? Вот Кришна говорит, что нужно для того, чтобы
достичь цели духовной практики. Глава называется «Преданное служение». Не дать, не взять. Последняя глава из блока «Бхакти-йоги», 12-я. Он «Бхакти-йогу», начиная с 7 по 12 главу, объяснил. И вот 12-я, она заключение как бы идет. И он говорит, чтобы ко мне вот достичь конечной цели, нужно что сделать? Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога, направь на меня весь свой разум, так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Просто вся наша деятельность, все наши размышления, вся наша аналитика должна быть связана только с Богом. Поднимите, пожалуйста, руку, кто сейчас может это реализовать. Не думать ни о чем, кроме служения Верховной Личности Бога. Не думать, не желать, не строить планы, не реагировать на ситуацию, исходя из того, что же Кришна в этой ситуации мне решил послать. Без проблем, на секундочку. 100% на секундочку можно, но он-то говорит, сосредоточь на мне весь свой ум всегда. Ну, иногда даже естественно, иногда, ну, бывает. Ну, бывает иногда, ну, раз в калпу там проскакивает там, раз в день Брахмы где-то, ну, раз там, да, 311 триллионов, там, сколько-то миллионов лет, ну, бывает проскакивает. И, ну, мы вдруг понимаем, что не можем этого. А Кришна, он трикалагья, он знает прошлое, настоящее, будущее. Он предвидит это, говорит, ну, я понял, все нормально, я понял, не твой уровень. Но ты не отреченный монах, ты не находишься на уровне отречения, когда ты посвящаешь всю свою жизнь, все свое тонкое тело, грубое тело, речь, все посвящаешь служению мне. Он говорит, хорошо, есть вариант номер два. Продолжает он разговор. Он опускает планку для нас, для тех, кто не может на этом уровне находиться. Он говорит, ладно, только для вас, ребята, эксклюзив, планочку занижу. Он говорит, у Арджуна завоеватель богатств. Если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, про нас, да? Не можем. Он говорит, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Правилам и предписаниям бхакти-йоги. Ранний подъем, чистое преданное служение, бескорыстное, не мотивированное ничем. Просто, чтобы я, если за что-то берусь, то я стараюсь это выполнить для Бога и ничего не хочу взамен. Ничего вообще абсолютно. Кришна даст, не важно. Я просто делаю для удовлетворения или удовлетворения его преданных. Все, мне больше ничего не нужно. Все остальное. Я воспеваю чистое святое имя, ни на что не отвлекаясь, ни о чем не думаю, не совершая 10 оскорблений, даже 11, да, оскорблений святого имени. Все это делаю. Во время киртана пою, как Чайтанья-чандра Прабху. Вот я от Абай Чайтаньи это Прабху слышал. Он говорит, мне Чайтанья-чандра Прабху как-то рассказал, то ли в лекции, то ли они просто как-то вот общались в каком-то кругу про киртан. Вот. Он говорит, когда поет киртани, да, вот первые, говорит, 5 лет он для кого поет? Для матаджи, конечно, для женщин. Вокруг, вот чтобы его оценили, чтобы как он смотрится здесь, благо зеркала, там можно посмотреть, как ты в той ли позе ты сидишь, тот ли аккорд, а как я вот перетянул или не дотянул ноту, да. Вот первые 5 лет киртани он поет для матаджи. Вот. Следующие 5 лет, от 5 до 10 лет, для кого он поет? Ну, вдруг, через 5 лет, вдруг он понимает, что, ой, а не для них надо петь. Ну, это не вариант вообще, я же, ну, зачем вообще? Я либо женат, либо вообще мне это не нужно, да, я там шафран, брамачари, все, Ари Кришна. И говорит, вдруг он понимает через 5 лет, не, не для женщин надо петь, не для матери же окружающих. Для кого? А вот для своих друганов, для своих друзей, вот близких себе преданных. Потому что у нас бава одна, мы понимаем друг друга. Я для них начинаю петь. Вот. Он начинает петь для близких себе людей. Говорит, проходит еще 5 лет. И он вдруг понимает, что кроме этих людей на киртане присутствуют остальные. И что замыкать воспевание святых имен вот только там втроем, вчетвером, и мы никого вообще не замечаем. Нам все равно, что там происходит. Как один преданный мне, тоже Махарадж, говорит, мне так понравилось, говорит, он ведет киртан на караталах, стоит это перед лекцией, вот после Гурупуджи, поет. Там, говорит, сумасшествие происходит, там танцы такие, там прыгают, бесятся все. А он такой невозмутимый. Харе Кришна,
Харе Кришна, какой-то своей волне. Но он, это к нему не относится, этот пример. Я к тому, что мы как-то замыкаемся, и нам все равно на остальных. Как это проявляется? Как вы думаете? Как проявляется то, что мы замыкаемся на какой-то группке во время киртана? Как правило, это происходит, знаете, когда начинают петь мелодию, которую никто, кроме там троих-четверых, повторить не может. То есть вот мы втроем поем, а вы все остальные теряете сознание при... Да, вот там Хари Кришна, на-на-на-на-на-на, а все знают, а те остальные, они вообще не в курсе. Замыкает. И вдруг потом, через еще 5 лет, он понимает, что есть остальные люди, да, и он начинает петь для всех. Петь так, чтобы могли включиться все. И еще через 5 лет, только через 20 лет духовной практики, 25, да, он вдруг, говорит, понимает, что а петь-то надо для Бога. Что я для него пою. Все, ну, все присутствующие, они просто помогают, ну, помогают мне. Потому что, ну, киртания, он является, помните, да, проходили это по Бхакти Программе. Киртания — это человек, который является представителем всех присутствующих перед Богом. Именно поэтому необходимо петь ту же мелодию, которую он поет, той же тональность, ну, по крайней мере, стараться, если, ну, получается. Вот. Не начинать что-то менять, мелодию, не начинать тональность менять. Почему? Потому что он представляет вот в данный момент всех присутствующих перед Богом. И, кстати, от уровня его чистоты духовной будет зависеть то благо, которое мы сможем получить при совместном воспевании. Поэтому, если какие-то возвышенные вайшнавы приезжают, начинают просто петь киртан, вот в этот момент надо с ними сидеть и петь. Ну да ладно. Вдруг мы понимаем, что тоже не наш уровень. Ну, не можем мы чистым преданным служением заниматься. Ну, нет, можем, но очень непродолжительное время, очень. Потом корысть какая-то появляется. Думаю, ну что такое, Господь? Что я тут уже 10 лет тебе делаю? Ну, я все понимаю, что Кришна обещает. Что обещает Кришна, две вещи какие своим преданным? Вот тот, кто занимается духовной практикой, вайшнавской традиции, поклоняется Кришне, или там Вишну, там Нараяне, ну лучше Кришне. Какие два плода Кришна им обещает? Всегда этот человек будет иметь эти две вещи. У него будет кровь, и он никогда не будет голодать. Вопрос еды, какая еда будет, это другой. Понятно, что у него может быть какой-то период, когда он будет питаться геркулесовой кашей там 3 раза в день или 1 раз в день. Но с голоду он никогда, ну, голодать, вот прям голодать он никогда не будет. И у такого человека тоже Кришна обещает, что у такого человека всегда будет крыша над головой. То есть ему всегда будет есть где переночевать. У него может не быть своей квартиры, дома. Он может быть, ну, официально там в статусе бомжа находиться, да, вот, для государства или там. Ну, но у него всегда будет есть где остановиться. Он никогда не будет, ну, если только по собственной воле. Не будет валяться там на улице и замерзать. Такого не будет никогда. Дальше. Опять. Планка, ну, мы не можем, высоковато для нас чистое преданное служение. Говорит Кришна, ладно, ребята, все, я понял, все хорошо, я в курсе. Вы все равно придете ко мне, достигнете цели. Если ты не в состоянии следовать этим правилам бхакти-йоги, ну, не могут люди... знаете, даже маха-мантру не могут многие повторять. Книжку взять, сказать, есть люди, которые не могут произнести слово Кришна, например. Не могут, а Махамантру полностью произнести, есть вообще, которые просто не могут, и все. Вот просто, ну, не могут, вот, ну, нету этого благочестия, нету этого сукрити. Они не в состоянии просто. Они либо начинают это активно отвергать, либо просто даже искренне хотят, а вот просто вот не могут. Это тоже Махараша сказал, историю одного из санкиртанщиков, учеников Шрилы Прабхупады, я забыл, кого зовут, он в Англии распространял книги дальнобойщикам. Дальнобойщикам. Он подходил, они там, знаете, на привале. Вот, они отдыхают, расслаблены. И он там подходил, стучался, говорит, а вот, ребят, книжечки там, более-менее расслабленные, не в дороге они берут. Вот. И один дальнобойщик, он говорит, не, мне не нужна эта книга, не нужна. Вот. Он говорит, ну ладно, не нужна. Давай, говорит, просто Харе Кришна повтори, и все, я пойду. И он говорит, встал, и у него выражение лица, он прям весь напрягся, сжался, он прям вот тужится. И он
И он говорит, вот он рассказал, и он, человек прям стоит и вот... И вот, а этот, и он рассказал, он говорит, я, и он стоит, и вот, давай, 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 вот, вот, харе уже, харе, сказал, вот осталось, Кришна, давай, он, вот человек не может сказать, у него не было дефектов речи, он спокойно, нормально разговаривал, но дошел до состояния, когда ему нужно сказать Харе Кришна, вот, но не положено ему было сказать в этой жизни Харе Кришна, почему? Он не должен в этой жизни получить какие-то духовных благ, их просто нет. Они не должны реализоваться. Но в его жизнь ворвался неопознанный летающий объект под названием преданный вайшнав, который ему без разницы, что у нас в карте, в натальной там, ему без разницы, что у нас в гороскопе. Преданные – это живые существа, которые представляют верховную личность Бога, и им все равно на законы этого материального мира. Не положено, а я сказал, будет. И у них есть полномочия на это от Бога. Они приходят и влазят в нашу жизнь и начинают менять нашу жизнь. И вот он в итоге подбадривал, в итоге он жена. И он говорит, у него пот потек, он расплавился, он вообще такой, ну вот просто, я не знаю, как будто он там фуру эту разгрузил в одного. Вот, действительно сложно. И Кришна говорит, даже если ты не можешь следовать бхакти-йоге, ну, не может заниматься духовной практикой, махамандру повторять, следовать там стандартам вайшнавским. Он говорит, хорошо, я отсрочу твой приход, но ты все равно придешь. Просто служи моему делу, и ты тоже достигнешь совершенства. Что значит служи моему делу? Помогай тем, кто этим занимается. Не можешь повторять мантру? Да ладно, нормально, приди в кориандр, скажи, ребята, чего вам тут не хватает? Да, полы помыть, да. Там, что, коврики какие-то износились, дайте коврики нормальные принесем, там, не знаю, можешь подвезти кого, что вы там поедете, да, давайте я вот там еду, мне все равно по пути, ну, захвачу, подвезу. И Кришна говорит, просто делай вот так, поступай вот так, ты все равно придешь ко мне. Да, отсрочится, да, сложнее будет, но все равно придешь, проблем не будет, я приму даже такое. Но есть люди, которые говорят, не-не, ну, какие-то там делать что-то для Бога, для преданных, ну, странная тема какая-то. Ну, у меня вот куча в жизни вещей, на которые мне время нужно тратить. Поэтому, ну, неохота мне этим заниматься, ребята. Давайте не будем ерундой заниматься. Давайте чем-то серьезным. Кришна говорит, ты все понял, все, даже так. Вот ты этого не хочешь. Даже не хочешь моему делу помогать. Он говорит, ладно, ты все равно придешь ко мне. Ты все равно ко мне вернешься. Я еще занижу планку, еще отсрочу немножко, но ты придешь. И он дальше говорит, 11 текст. Если ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Просто не держись, не работай за зарплату. Не расти ребенка ради того, чтобы он тебя в старости кормил. Не корми собаку ради того, чтобы она тебя охраняла. Не привязывайся к плодам своей деятельности. Не нужно делать ради кого-то что-то только для того, чтобы получить что-то взамен. Не занимайся бизнесом в отношениях с окружающим миром. Не сажай яблоню для того, чтобы есть яблоки. Сажай яблоню, чтобы что делать? Чтобы раздать яблоки. Не держись за это. Ведический стандарт садовода, знаете какой? Если в ваш сад зашел человек, то вы должны, ну не то, что должны, то есть вообще там не было сторожей стареньких с двустволкой, с солью, там не было такого. Вот. Если в ваш сад заходил человек, свободно любой мог войти и мог рвать и есть любые фрукты, овощи, ну все, что там растет, все, что съедобное, да? Он мог ягоды, он мог брать и есть. Было одно такое условие. Какое? Он не мог с собой ничего забрать. Да, ничего. То есть войти в сад и наесться сколько тебе угодно, мог любой. Но нельзя было забирать из сада ничего. Поэтому, говорит, сажай сады, не привязывайся к этим манго. Я тебе обещаю. Голодать не будешь, и крыша у тебя над головой будет. Попробуй так жить. Мы говорим, эх, даже так сложно. Даже так, но я же не просто так детей ращу, блин.
Я тут в школу водил, в садик водил, в школу водил, на работу устроил, от армии откупил. Или там, ну или в армию отправил, неважно. Выучить выучил, на работу устроил, квартиру ему купил. Вот, ну, для чего, ну, все равно есть, хоть и говорится, что самое чистое вид отношений в материальном мире какой? Отношение матери к ребенку, да, оно самое бескорыстное, самое чистое. Вот, ну, даже там бывают моменты оскорбления, что мать все равно, ну, у нее есть какая-то, ну, какая-то, что ли, ну, не надежда, какая-то мысль о том, что этот ребенок все-таки, по крайней мере, у нее есть корысть в том, что она удовлетворяет свое чувство материнства. Просто она его реализует с этим человеком. И Кришна говорит, ладно, не можешь, давай, я тебе последний шанс даю. И последний шанс, он говорит, ну это уже, ребята, реально все можете. Просто, вот каждый из вас это может сделать. Если ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Просто хотя бы начни изучать что-нибудь. Хотя бы просто знания об этом мире получи. Ты живешь как слепой котенок. Идешь и тыкаешься просто в стенку. У меня эта игрушка была, луноход. И вот она едет, раз в стену, да? Жжик, отъехала, повернулась, поехала дальше. Едет, опять, бух, опять в стену, опять жжик, опять отъехала, опять поехала. И вот он так катается себе там, упирается. А вот выехать в дверь он не может. Почему? Потому что она на себя открывается. Даже если бы он захотел ее толкнуть, вот он бьется лбом в эту дверь, она просто на себя. Почему он не может выехать? Потому что знаний нет. Как маленький ребенок. Он ползает. А если ему нужно выбраться из манежа, вот из манежа выбраться несложно. Но он не знает как, у него нет знаний. Каждый из нас, посади нас в такой же, ну, в манеж, только увеличив в размерах, да? Вот каждый из нас может в 2 секунды выбраться из него. В чем проблема? Потому что мы знаем, как пользоваться своим телом, и мы знаем, как устроен этот манеж, по сетке выползли, и все нормально. А он тыкается, вроде видит там, это, там, не знаю, что-нибудь, игрушку, да, видит, вот она лежит, он и так, и сяк, и головой, и зубами, и языком, языком уже вылазит из этой дырки, пытается вот поесть то, что там лежит игрушка. Ну, никак не достать можешь. Почему нет знаний? Кришна говорит, ладно, ты можешь ко мне прийти. Ты хотя бы начинай знания об этом мире получать. Может, ты ничему не можешь следовать, но ты хотя бы знай, чему нужно следовать. Это уже будет для тебя благо. Он говорит, однако, медитация предпочтительнее, чем знание. Если мы начинаем хоть как-то размышлять о том знании, которое мы получили, оно в категории постижения абсолютной истины становится выше. Если мы просто, смотрите, мы еще ничего не делаем, но мы просто то знание, которое получили, мы начинаем об этом сидеть и размышлять. Интересно. А вот что будет? Ну, опять первую тему затронем, да? Интересно, а что будет, когда вобьют последний гвоздь в крышку моего гроба? Ну, дальше что? Ну, ладно, это я уже не увижу. Допустим, что будет в тот момент, когда мое сознание отключится все от этого мира. Вокруг будут сидеть родственники. Это идиллия, знаете, такая. Человек умирает в своей кровати, вокруг родственники сидят, все плачут. Вот, и он такой, да я тоже без вас не могу, и они, и мы без тебя не можем. Куда же ты? Ну что же ты? На кого же ты нас, да? Люди думают, что вот такая смерть, она будет идеальной, когда вокруг родственники, им по тебе страдают. Ты видишь, как они тебя любят, как они по тебе страдают, как они без тебя не могут и не хотят. И у тебя такие же чувства, что ты без них не можешь, ты без них не хочешь. Но там довольно все просто. Там веревка на шею, тебя вытаскивают из тела, не церемонясь. Такие, да, ребята волосатые. Вот, забирают вообще без церемонии. И человек садится и начинает размышлять. Это, помните, если кто-то слушал семинар этот «7 привычек лидера», человек, способный добиваться успеха, у Бхактивиген Госвами Махараджа, ну, Стивен Кови, книжка его, да, по этой книжке. И вот это одна из качеств, одна из привычек там, начиная с конца в уме. Мне она так запомнилась, потому что там он описание интересное дает. Он говорит, представьте, что вы на похоронах, пришли на похороны, и стоит гроб. Ну, знаете, это католическая церемония, прощание, да, все подходят по очереди, прощаются.
Слушайте, я только не вижу часов. А, ну, заканчиваем без 10:04, да? Ну, в общем, не, ну я заканчиваю, в принципе. Без 10, и там можно еще 10 минут, если о чем-то. Вот. И он говорит, подходите к этому гробу, чтобы попрощаться, и вдруг смотрите, а там лежите вы. В этом гробу лежите вы сами. И у вас есть возможность, вы садитесь рядом на стульчик, и у вас есть возможность слышать все, что говорят те, и слышать мысли тех, кто подходит с вами прощаться. И он говорит, и в этот момент мы узнаем все, что о нас люди думают. Думают или говорят, ну или думали, да? И он говорит, что вот эта привычка заключается в том, чтобы прежде чем что-то начать, нужно подумать, а чем это закончится. И когда мы поймем, чем это закончится, у нас есть возможность не совершать ненужных ошибок, ненужных действий, правильно? И вот этот принцип вот в отношениях, вот мы всю жизнь прожили с человеком, называли друг друга друзьями, да? А когда он подходит в этом примере к нашему гробу, чтобы с нами прощаться, с нашим телом, да, вдруг он наклоняется и говорит, я всю жизнь тебя ненавидел, ты всю жизнь мне испортил, потому что я хотел жениться на твоей жене, а ты это сделал раньше, ты был отличником, я всегда был твоей тенью в институте. Мне всегда говорили, а, это друг Леши, да, я знаю его, я всегда был другом Леши, я никогда не был Сашей, меня всегда называли только из-за того, что я твой друг. Мы пошли в секцию, и ты там достиг успехов, а я всегда был твоим этим, да, всегда был твоей тенью. Когда мы шли драться, за честь там какой-нибудь девушки, я был всегда секундантом твоим. У нас было одно дело, у нас был один бизнес. И ты всегда генерировал идеальные идеи для нашего бизнеса, а я лишь только максимум, что мог, это следить за тем, чтобы они реализовывались. Я тебя ненавижу. Слава Богу, ты ушел. Есть такая передача была такая, слава Богу, ты пришел. Вот, не помню, по какому-то каналу шла. Вот. А это, слава Богу, ты ушел. Вот. Он говорит, что в этой книге, он приводит этот пример, что для того, чтобы знать, как себя правильно повести, нужно понять, чем это закончится, каждое наше действие. И когда человек начинает размышлять о своей жизни, первое, о чем он должен задуматься, чем это закончится все. И я не помню, как там на санскрите это звучит, но по-русски это Шрила Прабхупада этот пример приводит. Вот в Бхагавад-гите одно есть, и в Бхагаватам есть, я правда не вспомню, где точно. Он приводит этот пример, который называется кладбищенское отречение. Это, знаете, это состояние человека, который приходит на прощание с кем-то, на кладбище. Видели, вот когда-нибудь на кладбище были, когда человек хоронит, и вот стоят родственники, друзья, и вот он стоит, этот человек, он ничего не говорит, может, у него просто состояние сознания такое. Он стоит и смотрит, и понимает, что пройдет год, два, десять, и точно так же я буду лежать здесь, рядом, и точно так же забьют гроб, забьют крышку гроба, и начнут кидать землю, и родственники начнут реветь, кричать. Кто-то начнет кидаться в эту могилу, забери меня с собой. И ее просто засыпят. Просто засыпят. И останется кучка земли. Через какое-то время принесут памятник, поставят с моей фоткой, напишут, кто там, когда жил, или крест поставят. И будут приходить какие-то родственники. И что-то делать с этой могилой. Мне будет все равно. Вот. И Шрила Прабхупада, когда этот пример приводит, он говорит, часа два-три это продолжается у людей. Вот. Особенно в нашей традиции это еще меньше. Почему? Да, конечно, до этих, до поминок. До поминок. Хоронили тещу, порвали три баяна, да? Как в анекдоте. То есть, это человек начинает задумываться об этом в конце, вот когда видит итог жизни своей. Он видит итог своей жизни. Но хватает ненадолго. Почему? Потому что сознание такая аморфная вещь, не занимаясь духовной практикой, на этом уровне удержаться сложно, даже помнить об этом сложно. А если вдруг память о смерти где-то вдруг всплывает, сразу это отбрасывают. Это главная вещь, о которой не могут говорить люди. Это последнее, о чем они будут говорить в жизни, это о смерти. О старости не любят говорить, о болезнях не любят говорить. Но когда вопрос касается вообще смерти, этот вопрос вообще закрывается, потому что люди у них... такой уже на уровне животного страха.
Они понимают, что все, к чему они идут, это все закончится. И поняв бесполезность прикладывания каких-то посторонних, каких-то усилий, связанных с деятельностью, которая вообще не имеет отношения ни к моей этой жизни, ни к тому, чем это все закончится. Вот самый наглядный пример для меня вот так почему-то запомнился, это Бхактивиген Госвами Махарадж этот пример рассказывал, что бабушка в 94 года захотела выучить английский язык. За 3 года она его выучила. Представьте, в 94 года пошла на курс английского языка и за 3 года освоила английский язык. Он говорит, и в 97 лет она умерла со знанием английского языка. Вот все, что ей это дало. Просто она умерла, просто зная английский язык. Деятельность, которой она занималась, была никак, никакого отношения ни к ее, ни к ней самой, ни к тому, чем это закончится, не имела. Или как он тоже вот в этом там, одной из историй, он говорит, что как-то он гулял по кладбищу. Он говорит, я раньше любил гулять по кладбищу. Вот, и там, особенно разглядывать эти надгробные надписи. Вот. Да, или как в анекдоте, да? Кто это там? Да, это Саша умер. От чего он умер? Да вон на венках прочитай. От друзей, от жены, от родственников, от коллег. Вот. И он говорит, я любил ходить читать надгробные имена, потому что на них, знаете, как бы сжатая жизнь этого человека. Какие-то реализованные, как у нас вот в городе был один бандит, Ген Ячевский, в свое время. Вот. И он умер, и у него рядом с надгробным памятником ему сделали такой гранитный или мраморный, не знаю, мячик футбольный. Он очень любил футбол. Странно, почему ему не сделали пистолет, там еще что-то. Жизнь-то у него не с футболом была связана. Ну да ладно. То есть такой футбол. Знаете, на военных там звезды, или там беретки рисуют, там разные. Вот. Как-то подчеркивают. Или какие-то фразы, которые, подчеркивают, как человек жил. Вот. И, говорит, разные там были надписи, или там пожелания какие-то вот от родственников такие слезные. Вот. И один памятник, он говорит, он меня, говорит, как-то прям вдохновил. На памятнике было написано «Почетный пенсионер». Вот человек в своей жизни вообще ничего не сделал, и, видимо, ни для кого даже, что единственное, что можно было написать, это то, что он почетный пенсионер. Вот. Или уходят, знаете, люди с какими-то титулами, там, лорды, как у нас тоже бывший глава города получил орден Петра Первозванного, Петра какого-то там. Я не знаю, Петра Первого. В общем, орден какого-то самодержавца за вклад в развитие чего-то там, где-то там, как-то там. Из серии. И человек реально, знаете, люди ради наград идут там на какие-то страдания, на какие-то решения. Не понимаем просто, что максимум, что будет, это насечка на надгробной плите. Что этот человек в свое время был кавалером ордена Андрея Первозванного за заслуги в спасении бобров Алтая. Все, да, заканчивается тем, что человек, подходя к концу жизни, и это касается многих людей, они сейчас, конечно, Кали очень классно развил технологии, он помогает им забить это осознание приближающегося конца и своей безвыходности. Как это в старости... Сейчас. Забыла. Такая фраза, что в старости. Ай, забыл. Ну, в общем, суть такая, что человек к старости подходя, человек понимает, что ничего серьезного в своей жизни он ни для других, ни для себя в принципе не сделал. И для того, чтобы себя не сгнобить в этом состоянии, он начинает поддерживать свой имидж в виде «я 30 лет на этом заводе отпахал для страны». Или там «я герой труда», «я там в стахановском движении в свое время участвовал». Или он говорит «у меня трое детей».
Или он говорит, я этот, как знакомый тоже, работали раньше вместе. Он говорит, я помню, я этот город строил. Вот я этот город строил. Человеку нужно чем-то закрыть, да, оправдать свою бесполезно прожитую жизнь. И хоть у меня вот работа связана, там к людям ходишь, и в основном там бабушки какие-то вызывают там по телевидению, например, если приходить приходится. Вот. И он, так все устроено в жизни современной, технологии так устроили, как минимум телевизор это устроен, что он, и не только, кстати, бабушки, он дает возможность нам не думать о жизни. Спрашиваешь у человека, зачем вам телевизор на кухне? Ну вы же там готовите. Ну просто вы же его не видите даже. Он там где-то над холодильником. Вот. Вот. А почему? Кто-то вот из преданных, я помню лекцию, года 3 назад слушал на ботаническом, он сказал, что люди таким образом забивают голос своего ума. Они не дают возможности размышлять себе. Потому что они, почему? Потому что они боятся. Когда человек начинает думать, а зачем ему это все нужно и что он сейчас делает, у него страх приходит. А если он вдруг еще подумает о том, чем это закончится, тогда он понимает, что это закончится смертью, и никому это не нужно будет. И человек вспоминает, как сегодня уже говорили, что ну, 3 поколения будут обо мне помнить, в лучшем случае. 3 поколения, и потом стирается. Если у нас еще вечно эти могилки практически держатся, то как в Израиле там, да? Простые правила. Если полгода человек не ухаживает за могилой, приходит администрация, убирают памятник, проливают кислотой все. Прям этот, ну, вот это место проливают кислотой, уничтожают там останки тела и гроб. Вот, и все это проливается, потом выкапывается, и заново туда хоронится человек. Все. Ну там ничего не остается, там все сгорает. Вот. Даже вообще ничего не остается, даже памяти никакой не остается. И когда человек об этом начинает думать, ему становится страшно. И чтобы этого не было, он пытается как-то отвлекаться на чувственное наслаждение, на какие-то внешнюю деятельность. И Кришна говорит, что даже если ты что-то узнал, вот здесь в 12 стихе, даже если ты что-то узнал, хотя бы подумай об этом, хотя бы чуть-чуть. Если мы хотя бы чуть-чуть начнем об этом думать, и даже если просто знание получим, конечно, будет дольше, конечно, будет сложнее, но как минимум первый шаг навстречу к Верховной Личности Бога мы сделаем. И духовная практика нашей жизни дает нам возможность получить как раз, о чем мы в самом начале говорили. Она дает нам возможность получить те плоды, к которым мы всю жизнь стремимся, но никак не можем обрести. Это постоянное, вечно увеличивающееся счастье. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое. Гранта Раш Шримад Бхагават Гита Ки. Шрила Прабхупада Ки. Тай Гоура Премананде. Все, дорогие приятные, без одной минуты. Спасибо. Да. Чего я не пропадаю? Чего? Оно как-то потихоньку перетекает. Так что, дорогие преданные, давайте попробуем. А, 2 слова. Просто и откройте дома 12 глава, 8-12 стихи. Прочитайте эти ступеньки и возьмите на себя ответственность перед, хотя бы перед собой, в следовании любому из этих методов. Любому, который вас больше вдохновит. Поверьте, даже следование самому простому методу, который Кришна предлагает, оно будет помогать нам стимулировать наше желание следовать более возвышенному. Естественным образом будем подниматься. Главное на этом пути не останавливаться. А иначе что будет? Да, духовная жизнь – это эскалатор, идущий вниз. Чтобы оставаться на одном месте, нужно идти со скоростью падения, да? А чтобы прогрессировать, нужно двигаться быстрее, чем у нас стягивает. Нас стягивает здесь все вокруг. Нас погода стягивает. Нас
там электричество нас стягивает, нас общение неблагоприятно стягивает, нас заботы стягивают, нас постепенно отодвигает это все от духовной жизни. Но если мы будем уделять для своей духовной жизни хоть какое-то время, хоть в каком-то формате, то постепенно мы сможем уделять на нее все больше и больше. И поверьте, это не будет то, что ну вот, я вот вместо денег теперь джапу повторяю. Там, я бы вот мог на 3 часа дольше работать, работал бы себе там 11 часов и работал бы. Нет, вот теперь 8 работаю, 3 часа на духовную жизнь потрачу. Наоборот, человек будет понимать, что, Господи, 11 часов работал, это за что вообще? Кто это придумал вообще? И слава Богу, что я хоть чем-то сейчас занят, не зацикливаясь на работе. Слава Богу, что я не так сильно теперь к этому привязан. Все, давайте... А давайте сделаем для кого-то первый, для кого-то очередной, для кого-то продвигающийся, сильно продвигающий его духовной жизни шаг. Давайте сейчас повторим Харе Кришна Махамантру, но с одним условием. Это сделать реально сложно, поверьте. Клянусь, сложно. Все знают, что это сложно, те, кто пробовал. Произнести одну мантру полностью, ни о чем не подумав. Ни о чем. Ни о том, как я произношу правильно или неправильно. Ни о том, ой, я успеваю или не успеваю со всеми повторить. Просто попробовать не думать ни о чем. И есть один способ, как это сделать. О Кришне тоже не надо думать. Вот ни о чем. Попробуйте произнести. Это максимальный эффект от соприкосновения с Святым. Ни о чем не думаю в этот момент. Да, потом, когда у нас уровень будет подходящий для этого, пометование Кришне, оно придет естественно. Его не нужно будет вызывать. Оно само будет проявляться. Его только... Будешь отгонять, оно как назойливая муха будет всегда постоянно рядом перед нами. Вот. Но сейчас это мы искусственно делаем. Зачем? Шрила Прабхупада дал другой принцип, чтобы максимально эффективно произнести святое имя. Что нужно сделать? Слушаем каждое слово. Вот просто каждое слово. Во время произнесения Кришны мы не думаем, как мы произносим Кришну, и не слушаем, как мы произносим Кришну, а просто слушаем слово Кришна. Все, давайте. Один раз, просто одну мантру. Все вместе, один раз, в унисон. Угу. Очень сложно, я же серьезно говорю, это не шутки, что вот проблема будет сейчас. Шачинанда Махарадж для этого и говорит, когда вы повторяете мантру, для начала постарайтесь услышать слово «Харе». Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 потом два. Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, потом четыре. Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. И потом четыре, он говорит, потом восемь и шестнадцать. Ну, он говорит, начните с одного слова Хари. Ну вот, давайте попробуем. В унисон. Не вот все, все отложив, все забыв, просто слушаем каждое слово, которое произносим. Все 16 слов. 3, 4. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Вот такая хотя бы одну такую мантру каждый день себе устраиваете. Когда она начнет получаться, в идеале вообще вот Бхактивинода Кришна Госвами хорошо, он говорит, что, ну, он, как сказать, пересказывает слова Бхактивинода Такура и Бхактивинода Сарасвати. А он говорит, что нужно устроить себе хотя бы один, добиться во время повторения святого имени хотя бы одного золотого круга. Когда мы в течение одного круга махмантры, да, 108 мантр, мы ни о чем не думаем. И этого можно достичь, но все равно ум улетает. Он говорит, и этого можно достичь. Если ум улетает, то мы в течение 5 секунд возвращаем его на место. Это считается, что мы не отвлеклись. Вот 5-7 секунд, если мы отвлекаемся, сразу ловите на мысль, что я на чем-то задумался, и сразу все, отвлекаться, ну, возвращать его обратно и опять снова слушать. Вот. И он говорит, нужно достичь хотя бы одного такого золотого круга. Хотя бы одного. Это уже будет нереально такое продвижение в духовной жизни для нас. Все, теперь нужно в таком же умонастроении, ни на что не отвлекаясь и ни о чем не думая, получить максимальное благо от вкушения прасада.
когда мы будем есть, я понимаю, что когда я кушаю, я говорю и слушаю. Вот. Но в идеале нужно сосредоточиться на вкусе. Самое классное во время вкушения просада – это думать о том, ну, думать о самом, вот, о самом просаде. Вкус улавливать, представлять, как его готовили, думать, что за ингредиенты, пытаться распробовать. Интересно, этот панир с горчицей белый или черный? Вот, пытаться на, вот, вкус различать, вот, самих блюд. И поменьше распространять свое. Ну, только по делу. Только по делу. Особенно раздатчики. А? Не, ну я, конечно, понимаю, что 9.22 никто не отменял. Но хотя бы на эти... Ну, мужчине 9 тысяч надо сутки слов сказать, женщине 22 тысячи. Вот. Для того, чтобы успокоиться. Вот. Ну, 9.22. Да. Ну, я не знаю, насколько точная цифра, но вот 9 тысяч мужчина примерно и 22 женщин. Там, может быть, у женщин 1000 больше, 1000 меньше. Ну, вот так вот, 9.22. То есть, понимаете... Да, да. Ну да, смотрите, 64 круга – это 100 тысяч святых имен, 100 тысяч слов, даже чуть там, чуть-чуть побольше. Да, то есть даже перебор, да, 32 круга, в общем, 32 круга. Все, дорогие преданные, спасибо.